Дети уже выросшие должны матери послужить в то время, когда она в детство впала. И надо это делать, конечно, без раздражения, потому что любовь, она с раздражением, как кислота со щелочью, не соединяется. Но сколько ж нужно поухаживать, лет 10-12, прежде человек начнет это делать с кротостью, с любовью, со смирением и так далее, без раздражения. Вот это, и так, с этого момента начинается христианство. А не с того, сколько там человек литров воды святой выпивает в день, или там еще чего-то, сколько раз он причащается, это все замечательно. Но это все делается в церкви исключительно для этого конечного результата. Если этого нету, то и христианства нет. А что есть? Апостол говорит, есть медь звенящая или кимвал звучащий. То есть пустозвонство. Чисто внешнее проявление, то, которое для Бога категорически ненавистно. Он говорил, горе вам, фарисеи, лицемеры. В чем лицемерие? Когда человек изображает из себя христианство, а внутри он как гроб накрашенный. Так человек может выглядеть очень благочестивым, но если все время губы кривятся в раздражении, он все недоволен, если он на всех орет, если для своих домашних он является просто испытанием таким, то где ж тут христианство?